Мне на самом деле очень важно выглядеть хорошо, красиво, комфортно, легко. И в какой-то момент, наверное, все-таки это из-за того, что вторая беременность подряд, плюс там, дети, усталость, недосып, это все и все остальное, в какой-то момент я как-то себя подраспустила, как-то расслабилась, типа ладно, сейчас буду есть все подряд, вот когда рожу, тогда буду худеть. Но я поняла, что мне внутри именно некомфортно. То есть не то, что там, я хочу как-то там, худеть сейчас или нет, не в этом момент, просто мне хочется внутри как-то себя чувствовать вот собранно. Не так, что вот я расслабилась, делаю все, что я хочу. Именно поэтому я записалась на фитнес и йогу для беременных. Именно поэтому я сейчас корректирую свой рацион, чтобы не чтобы похудеть, да, а чтобы просто не набирать много. Потому что последний прием, когда я была у врача, мне сказали, что малышка, да, весит всего лишь 380 грамм. Представляете, это очень мало, исходя из того, сколько вешу я. Вот, поэтому я решила сейчас взять себя в руки, больше воды, больше прогулок, свежего воздуха, ходьбы, фитнес, йога, и посмотрим, что из этого выйдет. Но мне просто именно в таком режиме, когда я держу себя в ежовых рукавицах, мне так намного легче.